Гражданской войне в Колумбии положен конец. Она длилась полвека. Поистине историческое соглашение подписали власти страны и повстанцы революционных вооруженных сил. Церемония прошла в городе Картахена. Все участники были одеты в белые одежды, как символ мира. В память о погибших прозвучала поминальная песня. РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение Новой Колумбии. За время гражданской войны в стране погибли более 200 тысяч человек.